Глава Владивостока проинспектировал две стройки – детский сад на Постышево и лицей на Садгороде. Оба образовательных учреждения должны быть сданы до конца года. В детском саду уже поменяли окна, идет монтаж полов, возведены перегородки. На улице идет отсыпка основания под игровые площадки. На территории детского сада работы ведутся достаточно бойко, но тем не менее как бы несколько недель отставания от существующего графика есть. Все необходимые там поручения и задачи были поставлены. Посмотрим, как они будут фактически исполняться. Сейчас на объекте порядка 30 человек. Нам для спокойного завершения в срок этого объекта необходимо порядка 40-45. Поэтому все есть. Средства для завершения этих работ есть. Материалы закуплены процентов на 70. Понимаем, что в этом году на Постышево у нас появится еще один детский сад. Реконструкция двух корпусов лицея номер 3 на улице Главной в районе Садгорода тоже в стадии завершения. В июне приступят к чистовым работам. Как мы и договаривались, ведем работу по этапам. Первый этап – это два корпуса. Корпус учебный находится за моей спиной. Передо мной находится корпус столовой и спортивный корпус. Там также находится актовый зал. В этом году мы должны будем провести работы по созданию спортивного ядра на этой территории. Это будет большой стадион. Текущий год вот эти три объекта должны быть введены в эксплуатацию, и Садгород должен получить еще один образовательный объект. Ремонт объектов проходит на средства специального казначейского кредита, который был выделен Приморью в этом году на крупные инфраструктурные проекты. Средства поделили на 6 муниципалитетов, в том числе Владивосток. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.